Здравствуйте, меня зовут Холматова Гульхайо. Я сейчас в данный момент самоизоляции. Нет денег на патент. Что делать? Я Кришнаев Фахреддин. Мы сидим дома, в карантине. У нас деньги нету для патента. Решайте вопросы, это, пожалуйста. Меня зовут Фархад, я гражданин Узбекистана, работаю в Москве, но в последнее время за карантин сижу дома, нет денег на патент. Я Расулова Рана, гражданка Узбекистана. В данный момент у нас карантин. Из-за этого у нас фактически не можем оплатить патент. Здравствуйте, меня зовут Хайдаров Абдукадыр Абдрасулович. Нахожусь в самоизоляции в Московской области. Соответственно, не работаю и, соответственно, нет денег оплатить свой патент. Я Хусанов Мирзалым. Сидим дома, нет денег платить на патент. Я Имендиалов Уткир Фарходович. На данный момент нахожусь в Москве, в городе Москва. Сижу на карантине, не работаем. И из-за этого нет денег на патент. Я Сотволдиев Ильясбек. Мы сидим дома. Для патента денег нету. Это вопрос решите, пожалуйста. Я Рембаева Мавлюда, гражданка Узбекистана. У меня нет денег оплатить патент, так как мы находимся на карантине, не работаем. Я Оман Чохор. Сейчас сижу дома в карантине. Нет работы. Денег нет на патент. Тургунов Омарджон. Мы сидим дома для патент продления деньги нет. Всем здравствуйте, я Садык Сардор. Режим карантина. Нету оплатить патент деньги. Меня зовут Худжаев Улугбек. Как бы сейчас в данное время находимся на самоизоляции, как бы в карантине, не работаем. А патент надо вот-вот, скоро надо оплатить. А денег нет на патент. Я с 25 числа сижу дома. С работы сократили, заведение закрыли. Через 4 дня мне надо оплачивать патент и надо продлевать регистрацию. Вот у меня нет денег на патент. Вот у меня трое детей. Карантин, я дома сидит, но патент денег нету. Решите, пожалуйста. Я Нуридинова Халима, сейчас сижу без работы. Нету работы, на карантин сидим. Мы должны платить на патент, но у нас нету, к сожалению, деньги за то, что мы не работаем. Пожалуйста, правительство России, поддерживайте нас. Очень вас мы просим. Исраилова Нигора, тоже без работы. У нас в квартире еще много таких, как мы. Сидим без работы. Карантин поддерживаем. Не выходим на улицу, нет работы. И, пожалуйста, как-нибудь поддержите нас, помогите нам. И мы не можем платить патент, так как у нас нету денег. Мы не можем платить патент. Пожалуйста, помогите нам.